начинается первый день Декамерона, в продолжении коего лица, которые будут действовать дальше, оставили город и, уединившись в загородном имении, толкуют о том, что каждому более по душе. Если в их повестях есть нечто непозволительное или вдруг встретится вольное словечко, то это лишь потому, что рассказывалось это не среди духовных лиц и философов, а в присутствии людей, хотя и молодых, но уже достаточно взрослых, таких, которых по басенками не испортишь. А если бы повествователи рассказывали только хорошие повести, мы бы только хорошие записывали. Я учусь в школе 13 лет, в школе 10 и еще в колледже 3 года. В детском саду? В детском садике. Ну, у нас колледж называется, English College. Только Вася дольше меня учится в Азумахе. Он 14 лет, я здесь 13. Я отлично помню, когда я пошел в первый класс. Собственно, у меня 1 сентября было в этом же зале, и я очень волновался. За те 13 лет, которые я провел с колледжа в этой школе, я очень многому научился, и эта школа одна из самых лучших школ, которая вообще может быть, наверное, в нашем городе. Хочется сказать пару слов тем, кто еще останется в школе и будет учиться. Неважно, год, два, три. Хотелось бы сказать, что школу надо ценить. И надо ценить то время, которое ты проводишь в ней. Ценить всех преподавателей, которые так или иначе взаимодействуют с тобой. В общем, набираться какого-то позитива и необыкновенного опыта. Ну, я в какой-то мере не ценил, наверное, время пребывания в школе «Взмах». На самом деле там очень много людей, с которыми просто иногда приятно пообщаться, и взрослые, и дети. Здравствуйте! И это ваше ТВ? Ну, вообще наше, а так ваше. И первым делом у нас прямое включение с рынка Форекс. И я передаю свое слово Даниилу. Даниил! Это ваше ТВ, и сегодня мы берем интервью у Ела. Привет, Ел, как дела? Здравствуйте. Как проходит игра? Игра проходит отлично. Много, много молодых людей, даже, наверное, девушек вовлечены в торговые отношения, в составление договоров. И это ваше ТВ. И сейчас мы берем интервью у Нама Дениса Аркадьевича. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Даня. Как происходят ваши дела на игре? Нормально. Я с твоей фирмой заключил контракт. Отлично. А сумма контракта? Ну, каждая 10 тысяч рублей. Отлично. Хорошая информация. Здравствуйте, и это ваше ТВ. Сегодня мы берем интервью у организатора нашей замечательной игры Елены Юрьевны. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Довольны ли вы организацией вашей игры? Ну, я редко бываю довольна. И всегда вижу, как можно было бы сделать лучше. Нет ли у вас каких-нибудь идей по поводу на следующий год организовать что-нибудь похожее? Или, может быть, что-то наоборот, что-нибудь такое
экстравагантная. Но это мы с вами сильно посоветуемся. Вы же нас знаете, мы никогда не против экстравагантного. Но, значит, придумывать лучше вместе. Спасибо, Елена Юрьевна. Это был организатор нашей игры специально для вашей ТВ. Я уверена, что моя будущая карьера вряд ли меня как-нибудь прославит. Ну, и на самом деле я даже этому рада. Но все же мне хотелось когда-нибудь сняться в каком-нибудь таком фильме. Причем вот именно в голливудском. Вот со всей такой блокбастер, боевик, где было бы много всяких спецэффектов, монстров, красивых костюмов. Вот. Ну, например, у Питера Джексона, возможно. Ну, может быть, на всякий случай у Джеймса Кэмерона. Опять этот Ломоносов! Науки юноши питают, отраду старым подают. Но разве это поэзия? Поэзия – это... Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает. И молча гибнуть я должна. Итак, пишите и повторяйте за мной. Ученица младших. Ученица младших. И особенно старших классов. И особенно старших классов. Запрещается появляться на вокзале. Запрещается появляться на вокзале. Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Дизель-электропоезд. Мазуркевич. Да, господин учитель. Повтори, что я сказал. Электропоезд, господин учитель. С каких это пор ты носишь форму, стянутой в талии? Ты что, на балу? Кто тебе разрешил явиться в школу в таком виде? Простите, господин учитель. Молчай. Зачем вы околачивались на вокзале в прошлый вторник? Но, господин учитель, я... А Мазуркевич бегает на вокзал, потому что ей нравится глазеть в окна вагонов и подмигивать проезжую щеголю. Молчать! Еще раз увижу тебя на вокзале. Начинаю свой ответ на вопрос. Вопрос номер 4.
Как бы вы хотели прославиться? Ну, это самый простой вопрос, собственно, как можно прославиться мне? А можешь камеру иногда посмотреть? Вот, это, собственно, участие в революции в России и установление личной диктатуры. Спасибо. Воспитание, то, что не хватает нашей школе, как, в принципе, всем остальным, это чтобы делать из быдла не быдло, чтобы люди нормально интересовались театром, еще чем-то. Мне эти муки, наверное, с класса первого. Это ужасно. Я уезжаю на пока что 3 года получать бакалавриат за рубежом. В какой области? В журналистике. Ну, я уезжаю не на ПМЖ, в ПМЖ вообще считаю, как, не знаю, это как-то предательски. Вот, я уезжаю на учебу, но вообще даже из соображений таких, как, ну, как поступали университеты там где-то в 19-18 веке, те же там, не знаю, дети дворян, они получали там, поступали в университеты не столько там, может, из-за профессии, там, потому что ты там дворянин, у тебя там уже там... поместье свое, там до старости точно доживешь, да и там, на войну ты пристроен точно так, по работе жал не получаешь. Лишь же там получать хорошее образование, становиться умнее. Винстер, мы влипли. Я хочу домой. С какой стороны мы пришли? Я потерял ориентацию. Подожди минуту. Мы пришли... грубо говоря, с юга. Если верить нашей, грубо говоря, карте. Верно. Ну вот с какой стороны, грубо говоря? Надо определить направление ветра. Здесь нет никакого ветра. Просто сквозняк. Так, надо найти источник. Это поможет нам примерно сориентироваться, где здесь юг. Под пола дует. Но это же не может быть югом, а? Не может. Слушай, лизни палец на ноги, помаши немного. Знаешь, лучше ты лизни. Ладно, забудем. Или хочешь, я лизну тебе. Должен же кто-нибудь прийти, ведь только на это нам и остается рассчитывать. Слушай. Звучало словно оркестр. Барабаны. Жалко, что не единорог. Стой! Публика! Бродячие акробаты, так что ли? Можно покуркаться, если это вам по вкусу. Ну, нравится вам что-нибудь? Дайте волю фантазии, их ничто не удивит. А что у вас есть? И это все? Это лучшее, что у нас есть. За времена и крем дрянные. Альфред, мальчик мой, поди-ка сюда. Альфред, тебе нравится быть актером? Нет. Скажите, у вас есть пристойные пьесы? Пьесы? Мне показалось, вы называли себя актерами. А, говорил, да, как же. Тогда почему не начинается? Я уже начал, я дам вам знак. Но это будет особенная пьеса. Говорят, мы пеки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля.
завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Королевая карта битва, вид и весь его отряд. Тело будет шито крыто, карты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра играем короля. Вуаля, вуаля, завтра играем короля. В общем, что я должен сказать про Орел? Прекрасный город, нормальный русский город. Смотри, какой вид. О, боже мой! Смотри, какое романтичное место. Кажется, там будет мой первый поцелуй. Я чувствую это. Алешка, местный фотограф. О, наконец-то можно снять Орел. Вот то вот белое. Как и белые русские, это белая река белой России. Называется Белый Орел. Орлик. Орлик, простите, Орлик. Мынске. Смотрите, как красиво. Там что-то дворянское. Идем. Здесь люди почитают память Ивана Сергеевича Тургенева. Посмотрите. Ну и что? Ну что? Мне здесь нравится. Здесь так русский православный дух. Дом-музей Николая Лескова. Спасибо. Похоже, это рококо. Ну что, Даниил, вы скажете про Орел? Толстой отмечал юбилей, ясно поляну накрыл и всех своих близких друзей на этот банкет пригласил. Тютчев забил заразу, курили за гаражом. Пушкина убила сразу, Лермонтова потом. Достоевский набился в хлам, к старушке стал приставать. Ударил ее топором, быстро домой и писать. Гоголь с собою в душ взял двух христианских девчат. Напились текилы и с ним мертвые в душе лежат. Мама Толстого пошла в баньку хлестать коньяк, а вслед за мамой туда мамин зашел сибиряк. Тютчев тютю бухой, Достоевский достал девчат. Белинский в одном белье, Рылеев рылом в салат. Есенин стихи написал, пошел к проституткам в кабак. Есенин пошел не один, с ним мамин пошел сибиряк. Разбушевался Крылов, вырвал у Пришвина клок. Хотел еще Блока избить, но Блок поставил блок. Герцен заснул под столом, Герцен, конечно, дурак. К нему, чтобы не разбудить, мамин ползет сибиряк. А вот и наш вождь. Вождь, тиран. Диктатор. Диктатор. Да не надо меня снимать. Да... По кому ты будешь скучать? Ну, по нашей группочке маленькой. Я, Даня, Вася, Тёма, Гена с Женей. Ну, короче, по всем. Не маленькая группочка. Да, группочка-то полкласса вообще. Да, это было. Нашу великолепную четверку все помнят. А почему ты будешь по ним скучать? Господи, столько веселого было с ними связано. Представление класса, несомненно, раз в год делали и побеждали даже. Было такое. Давай, ты споешь, мы тебя отпустим? Нет. Что, он даже в большой не будет сцене? И говорит он мне страшным голосом. Еще громче! Драгоценная, говорит, моя любовь! Давай!
Зачем я с вами здесь живу? И зачем я с вами здесь живу? Зачем я... Ну, у нас надо... Зачем я с вами здесь живу? Каким образом? Зачем я с вами здесь живу? Тебя достали. Зачем я с вами здесь живу? Ему известно стало, что все в полверсти от края света стоит лечебница для органов. Органон, подожди, сядь, пожалуйста, Артём. Когда ты начинаешь говорить, о, пойдешь, так захвати с собой Артёма. Артём, не садись. Тебе легче будет говорить. А я ему сразу пошмакаю. Ну ничего страшного. Возьми бутылку, а то у меня все руки заняты. Ты сушки на стол положи, рука освободится. Кренделя или крендели? То у него сушки. Ну какая тебе разница, а ты кренделя? А какая разница сказать сушки? Всё, не спорьте. Ты босиком пришел, Миша? Ты босиком? Ой, закатил штаны и пришел. Да. Братцы! Братцы, я ноги промочил. Иди промочи горло. Хотя это вредно, брат. Пить вредно. Но по тебе обидно. Только пьяный похож на человека. Клеишь, гармошку починил. Габы мое рыло, некрасиво было. Да можно. Налей ему сзади. Эх, братцы. Много ли человека надо? Вот я выпил и рад. Затягиваю любимую. Запою, заплачу. Да, ты проспал. Шляньте, блин. Еще раз объясни. Дай только не сжаться, пожалуйста. Для меня придет весна. Не для меня Дон разольется. И сердце должна петь. Я сейчас еще раз вернусь. Вы мне сказали, я не ржать. Пожалуйста, когда ты выходишь. Я не ржу. Вот если ты еще скажешь, что ты идешь с улыбкой идиотской. Потому что вы сказали Тёме только петь. Я сейчас не хочу. Мы не репетировали ничего. Тёма, она не хочет быть, поэтому не пойдет. Будем сейчас выходить под фанер. Ой, не для меня придет весна. Этот год был лучшим за всю историю школьной жизни. Ну, для меня этот класс, эта школа, она за этот год стала, можно сказать, родным. И я очень рада, что пришла сюда. Очень рада, что не побоялась нового коллектива. Было очень страшно, особенно на пробные дни, когда я была здесь в мае. Когда меня знакомила Ия со всеми, она просто перечисляла имена и не говорила, кто, где, и это было... Сидела в тихом углу, и было очень действительно страшно. Но здесь хотя бы твои одноклассники знают, как тебя зовут. Каландрина. Тесса, жена Каландрина. Бруно, приятель Каландрина. Уфальмах, друг Бруно. Нелло, друг Бруно. Привет, Каландрина. Здорово. Говорят, и тетушка сдохла. О, скончалась. Говорят, наследство оставила. Да, вот целых 200 лир мелочи. Что ж ты собираешься с этими деньгами делать? А, ну, слушай, пришла мне тут идея прикупить себе имение. Вот от меня есть справки о флорентийском маклере. Какой черт тебе имение? Давай лучше вместе эти денежки прокутим. Ты нас ни разу не угощал. Не. Да, давай. Так, мне пора думать о будущем. Ну что, получилось? Нет, ведет себя так, как будто у меня 10 тысяч. С земли купленные у деньги хватит только на то, чтобы комочки из нее лепить. А я, конечно, знаю, как там купировать за его счет. Рова, ты какой-то не такой, ты спал вообще? Да, спал вроде. Слушай, ты как живой мертвец.
Давай, знаешь что, иди домой, вели себя укрыть хорошенько. Отнеси мочу доктору... Симоне! О, отлично, мужик, мы с ним водой не разольешь. Давайте домой. Не знаю, да не-не-не-не-не. Понимаешь, дорогая, у меня тяжелая болезнь. Так что укрой меня покрепче и отнеси мою мочу доктору Симоне. Он держит аптеку на старом рынке. А там изображена еще вырезка такая с головой зла. Блин, давай я сам, короче, мочу отнесу, доктора приведу, все будет вообще. Только не, расскажи ему обо мне все. Вообще. Я чувствую, что что-то у меня есть. Да. Что ж, дружок, говорю тебе как другу, ты понимаешь ли, забеременел, вот и вся твоя болезнь. Забеременел? Тесса, это ты во всем виновата. Сколько раз я тебе говорил? Господи, что же мне горемычному делать? А как же я буду рожать? Знаете, доктор... Меня сгубило любострастие моей жены. Да пошлет мне Бог не счастье, а мне счастье. Ох, был бы я здоров, я бы сейчас встал и так бы ее вздрючил. Живого места бы на ней не оставил. Не бойся, не бойся. Слава Богу, мы вовремя захватили твою беременность. И через несколько дней... Ой. И через несколько дней я тебя от нее без особых хлопот избавлю. Но тебе придется тряхнуть мошной. Ладно, раз такое дело, вот только бы мне не рожать. Доктор, я думаю, и вы слышали за свою практику, как орут женщины во время родов. Так я вообще помру, не разродившись. Не волнуйся, дружок, я дам тебе дистиллированного питья, весьма пользительного и весьма приятного на вкус. И через пару дней ты будешь здоров, как бы, но вперед будь умней и таких глупостей не делай. Спасибо, доктор. Какой замечательный врач Каландрина. В 3 дня для меня совершенно безболезненно вытравит плод. Но если я от этого избавлюсь, то как бы тебе не хотелось, больше ни-ни, хоть разорвись. Ты мне друг, ты мне брат, собутыльник, не сердись, хоть там под зад, под задыльник. Yeah.
ты за это не в ответе. Ты нас пытаешься спасти, но ты за это не в ответе. Беспечный маятник столетий, о, небо, вечность в оплате. Я помню всех, кто был в этой школе с самого первого моего класса. Я помню всех, кто был, кто ушел, кто остался, кто, не знаю, вообще всех помню. Я люблю своих одноклассников, но они все уроды. Ну, на самом деле, это так, что вроде как я ко всем хорошо отношусь, а вроде как они меня очень достали, а вроде как, когда я уйду, я буду по ним скучать, а вроде как не буду, и я не очень понимаю про это. Но это все равно хорошо, что они были, последние 2 года были отличными. Я знаю, я знаю, я знаю.